битва, но жаль, что их было мало. Само небо дрожит пред твоей мощью, Тор. Зачем ты так холодна? О, Скади! Будь проклят день, когда ты возжелала моих чудесных ног. Ну и катись в свои горы, а в моем сердце море. Йорд, твои пьяные вопли слышит весь Асгард. Что у тебя за горе? У меня прекрасный дом в Ноатуне. Лучшее место во всем Асгарде. Но разве Скади довольна? Нет. Она хочет, чтобы мы замерзли в проклятых горах. Она из Йотунов. Сам знал, когда женился на ней. Я виноват? Это она польстилась на мои ноги. Так нельзя. От твоих рыданий буря поднимется. Ну и пусть. Меда мне хватит, чтобы греться, пока Скади с этим... кланам не вернуться в свои унылые горы. Они-то вернутся, но сперва разграбят подчистую твой расчудесный дом. А ведь точно! Яйца Эмера мне надо на берег. Достань мне лодку! Это я еще не забыл про честь. Не желаю плавать, как какой-то рыбак.
Пригони лодку! Сердце, сходи! Еще холоднее, чем ее горы. Не просто, наверное, когда у тебя жена из йотунов. Да она улыбнулась раз в жизни. Когда-то и коза чуть не оторвала Локи яйца. Но прекрасно! Не стоило оно того. А теперь мне совсем, совсем всем ее мирским кланам надо разбираться. Я знаю руну, что затупит их оружие. Еще бы язык ее затупить.
Надеюсь, ты найдешь мир, славный Ньорд. Плохая пара — это беда, но не хуже, чем жизнь без любви. Мой дом в Нотуне приносит мне довольно радости. А как насчет тебя, коварный ум? Что любишь ты? Знания, морской король. И стремление к ним. Тайны, скрытые легенды. Вот что питает меня. Тогда... Тогда мне думается, что ты никогда не узнаешь голода. Желаю удачи. Заперто с той стороны.
умри!
Думала, кто тебя запер? Ты должна быть свободна. Запереть это создание против его воли мог разве что Бог. Неужто это обманщик? Или кто-то еще? Может, мне просто мерещится злодейство?
была ведома обычной жаждой. Даже у богов есть простые потребности. Утоли жажду. Пусть твои новые творения удивят нас. Точнее, Курт. Даже я не знаю всех твоих тайн. Thank you.
Солнечный камень сдвинули. Путь света изменился. Эти пещеры глубоки. Нидхёк и его отродье не дремали. Хави! Локи сказал, что ты здесь. Он передал мне просьбу каменщика, и она тревожит меня. Почему проход был закрыт? Кто-то побывал здесь недавно? Ты не слушаешь, Хави. Каменщик нам чужак. Нам неведомы его намерения. Я владыка Асгарда, Тюр. Не смей обвинять меня в беспечности. Тише, друг. Что гложет тебя? Норны сказали, что меня убьют в Рагнарёк. Они описали, как я погибну. В последней битве падут почти все, мы это знаем. Но нас ждет добрая смерть и вечная жизнь в славных песнях. В эти дни мне будет нужна твоя сила. Ты не дашь мне ошибиться и удержишь на краю бездны, если я оступлюсь. Я с тобой. До последнего вздоха. А посему говорю, здесь ступай осторожней, ибо каждый твой шаг тут тревожит ткань девяти миров.
Источник запечатан. Кто-то чинит мне препоны. Или предостерегает тебя. Или же бросает мне вызов. Прежде здесь было больше света. Солнечные камни должны направлять свет, но они были сдвинуты. Может, сюда проник враг, чтобы ослабить защиту источника? Что же нам делать? Мы обязаны беречь это священное место. Но к добру или к худу обернутся наши усилия, кто знает. Нужно поразить две цели, но луч света только один. Как два поля оросить из одного ручья? Нужно разделить луч. Здесь не впервые, Хами. Возможно. Вряд ли норны будут рады, что мы здесь. Они не жалуют любопытных. Мы придем и уйдем, они не заметят нас. Теперь свет расщеплен, и нужно направить лучи.
Свет нашел свою цель. Камень светится. Источник открыт нам. Иди за мной. Бери, что нужно, и поспеши. Нужно быстрее уйти. Чур. Шай, Чур! В Асгарде не будет волков! Это священное место. Здесь нельзя убивать. Ты знаешь, Хави. Разум оставил тебя? Кажется, будто тобою овладел чужой дух. Меня ведет мой дух, Тёр. Но это занятная мысль. Может ли один разум подчинить другой? Может ли Хук завладеть чужим телом? Тебя что, опьянела эта вода? Наполни мех, забудь о волке, и уйдем поскорее, пока норны не сплели нам оковы. Возьми его и посади в клетку. Я бы посадил на цепь всех волков и псов в Асгарде, если бы мог. Я все исполню, если тебе так спокойней. Будет война, и нам нужен твой трезвый ум. Спасибо за дружбу, дарующую мужество. Спустившись так глубоко, наверх уже не подняться. Значит, остается спускаться дальше.
Локи. Ты от источника, верно? Нашлось ли там то, что было нужно? Да, мех с водой источника у меня. Готов ли каменщик показать свое искусство? И как там источник? Спокойно? Мирно? А? К чему ты клонишь, Локи? Ни к чему. Просто любопытно. Источник — чудесное место, хотелось бы и мне там побывать. В это священное место пробрался какой-то волчонок. Тюр о нем позаботился. Позаботился? Как, убил его? Нет, не убил. Тюр посадит его на цепь. В Асгарде не должны бегать волки. А, да, верно. Мудрое решение, Хави. По мне, убить бы его, но Тюр не позволил. Тюр дает благоразумные советы. Его стоит слушать чаще. А теперь отвечай, где каменщик? На лужке поблизости. Мой ворон легко его найдет. Сразись со мной! Ну же! Хави! В чем дело? Хави! Пропусти меня! Зачем? Что ты забыл в колодце Хельхейма? Я хочу вернуться к жене. На нашу деревню напали. Я умер в битве. Она нет. Добрый воин. В Хельхейме тебе не место. Примкнуть к моему войску — большая честь. Не будь столь неблагодарным. Ради своей любви ты бы ни перед чем не остановился! А на нас тебе плевать! Сразись со мной! Проиграешь, выполнишь мое желание. Победишь, отправишь меня в Хельхейм, как недостойного! Что это за сделка? Считай, я уже проиграл, а ты погиб. Кто я, чтобы обмануть обманщика? Что, у тебя ни сердца, ни мужества? Сделай по-моему, тварь! Друг,
Даже если вы снова встретитесь, былого не вернуть. Хельхейм ото всех оставляет лишь тень. Твоей жены больше нет. Я так скучаю по цветам, что она вплетала мне в волосы. Даже по ее кривым зубам. Так сохрани память о ней. Держи у сердца, как горячий уголь, до самого Рагнарёка. В конце миров вы встретитесь. Спасибо. Ты и правда мудр. Я буду биться за тебя и не стану хулить твое имя. Нужна твоя помощь, Сюнин.
Осмотрись, Сюнин. Huh.